Свое воскресенье шымкентцы решили начать по-спортивному. Горожане приняли участие в традиционном общегородском пробеге «13-й регион». Под девизом «Вместе мы сможем все» стартовали больше 5000 человек. Народ у нас очень активный, участие принимает, свыше 5000 уже зарегистрировались официально. Я думаю, что сегодняшний марафон будет действительно праздником спорта. Золотые слова президента есть. Чем заболев, искать какие-то лечения, лучше заниматься спортом, чтобы быть здоровым. В массовом забеге приняли участие аким области Жансии Тюймебаев и городской аким Габидулла Абдрахимов. Градоначальник привлек к пробегу и свою семью, на своем примере показывая пропаганду здорового образа жизни и призывая шымкентцев заниматься спортом. Отмечу, что в этом году дистанция марафона была увеличена до полумарафонской. Максимальная дистанция достигла 21,1 километр. Для людей, которые только собираются бросить себе вызов, сохранились дистанции в 5 и 10 километров. Это новшество было сделано для того, чтобы ввести шымкентский марафон в общеказахстанский и международный спортивный календарь. К слову, для участия в забеге не было никаких ограничений. Бежали как самые маленькие жители города, так и люди почтенного возраста. Первую дистанцию от проспекта Кунаева, Байдибек Би до площади Наурыз с легкостью преодолели больше 3000 человек. Еще быстрее! Молодцы, молодцы, мы гордимся вами, ребята, молодцы! Я финишировал одним из первых на дистанции в 10 километров. Бежать было не слишком тяжело. Меня радует то, что наши горожане не пожалели своего времени и пробежали этот марафон. Самых быстрых участников марафона в 9 возрастных категориях на финише наградили призами и благодарственными письмами от таким области.